В актовом зале муниципалитета состоялось важное событие в жизни вчерашних старшеклассников, которые вступили во взрослую жизнь, достигнув первой победы над собой, став золотыми медалистами. В торжественном мероприятии присутствовали глава муниципального образования город Хасавюрт Зайнудин Акмазов, заместитель главы администрации Тагир Гаджиев, а также родители, учителя и виновники торжества. Глава города Зайнудин Акмазов, поздравляя медалистов, отметил, что выпускники, закончившие школы с отличием, уже сделали огромный шаг к успешному будущему, в котором должны стремиться реализовать свой потенциал на максимально возможном уровне. Если у города есть гордость, это вы. Вы и есть та золотая молодежь. Я уверен, вот получив эти знания, используя эти знания, вы получите возможность поступить в любой вуз нашей страны, окончите этот вуз, приедете в Дагестан, приедете в город и будете приносить большую пользу для всех, для жителей города, для всего населения Дагестана и для России. В Хасавюрте за прошедший учебный период красный аттестат с отличием и золотую медаль получили 92 выпускника. Все они получили награду из рук главы города. Медалистов сопровождали бурные овации. Атмосфера царила волнующая, радостная. Всех переполняли эмоции. Выслушав поздравления и получив награды, выпускники не остались в стороне. От имени всех виновников торжества со словами благодарности и напутствия выступила медалистка среднеобразовательной школы номер 10 Капият Янгельбиева. В своей речи Капият отметила, что куда бы каждый из выпускников не поступил, где бы ни учился, нужно держаться с достоинством, беречь звание хасавюртовцев. Я еще раз нас всех поздравляю с этим замечательным праздником. И, конечно же, хочу поблагодарить наших прекрасных педагогов и любимых родителей. Спасибо вам за все, что вы сделали для нас, а этого было действительно немало, и за все то, что вы делаете для нас по сей день. И хочу поблагодарить организаторов нашего мероприятия. Спасибо всем большое. Для всех выпускников школы города наступил тот час, когда им предстоит выбрать будущую профессию и определиться с местом учебы для поступления. Все присутствующие в зале выразили слова напутствия и пожелали будущим студентам легкой учебы и достижений поставленных целей. По завершению торжественного вручения медалей во дворе администрации всем составам было сделано общее фото на память. Бурлия Цамбиева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».